Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Маленькая Вероника Николаева уже сочиняет музыку и стихи. Поет и танцует обычная ветнота, скрипичный ключ, обычная нота. Скрипичный, доча. Скрипичный ключ. Он обычная нота, просто он не похож. Смотрите все на стену, вот она. Пятилетняя дочь Игоря Николаева Вероника пошла по стопам своих родителей. Она не только успела выступить в нескольких новогодних передачах, спев с ними на одной сцене, но и увлеклась сочинением песен и музыки. И даже у Деда Мороза попросила достаточно прагматичное чудо, чтобы ее песни крутили по радио. Вполне возможно, если такими темпами малышка будет и дальше светиться на телевидении, ее мечта сбудется. Сейчас звездная семья отдыхает в Майами, где живет старшая дочь композитора Юлия. Отсюда он поделился видеокадрами с младшей наследницей, которая даже на отдыхе не забывает про свое увлечение. Народный артист снял ее как раз в момент сочинительства. В кадре юная артистка все время вместо словосочетания «скрипичный ключ» забавно произносит «скрипичный ключ». Вероника сочиняет песню про скрипичный ключ, правда, слово непростое, но мы справимся. Лично для меня главная строчка – «Смотрите все на сцену, вот она», – прокомментировал клип Игорь Николаев. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.